Администрация Кировского района в телеграм-канале сообщает, что МБУ «Кировская» приглашает в свой дружный коллектив рабочего по благоустройству территории. Условия работы на территории Кировского района с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30. Единовременная выплата к отпуску в размере оклада. Выплата материальной помощи в размере оклада 2 раза в год. Возможна выплата премии по итогам работы 1 раз в квартал. Обращаться по телефону, указанному на экране. Администрация Красноглинского района напоминает, что можно пройти диспансеризацию по месту работы. В соответствии с заявленными списками бригада врачей с оборудованием выезжает на предприятие и проводит обследование сотрудников. Руководителю организации необходимо позвонить в ближайшую поликлинику, заключить соглашение и договориться о выезде мобильной бригады. Диспансеризация полностью оплачивается из средств ОМС и бесплатно для граждан и работодателей. Двойной удар. Если утолять жажду алкоголем в жару, сердце будет испытывать повышенную нагрузку, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. По мнению врачей, сочетание алкоголя и жары приводит к расширению капилляров, кровенаполнению подкожной капиллярной сети и, как следствие, к снижению артериального давления. И жара, и алкоголь ускоряют потерю жидкости организмом. При этом организм теряет не только воду, но также соли и микроэлементы, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.